Сейчас Троицкий сквер не напоминает сквер даже отдаленно. Участок зарос травой и выбивается из общего пейзажа центра города. Но скоро все изменится. В рамках программы формирования комфортной городской среды территорию сквера реконструируют. Работы уже начались. Правда, пока только подготовительные. Но планы у администрации города амбициозные. Сумма контракта 13,5 миллионов рублей. Работы предусмотрены по наружному освещению, торшерное освещение, обрезка деревьев, устройство брусчатки, пешеходные зоны, ливнеприемники для перехвата воды с улицы Почтовой и Жарова. Реконструкция ливневки поможет не только скверу, но и близлежащим территориям. Площадь Пушкина после сильного ливня – картина, будто создана для кисти Айвазовского. И все потому, что дождевая вода стекает сюда. Дублирующих ливнеприемников на соседних улицах нет. Большая площадь стока воды – это улица Жарова, вся верхняя часть, улица Почтовая, вся верхняя часть – все стоки по рельефу стекаются на один ливнеприемник площади Пушкина, который, естественно, в большое количество осадков просто не справляется. Площади Ленина также предстоит кардинально преобразиться. Работы здесь начались совсем недавно. Первое, с чего начнутся изменения, площадь переоденут. Асфальт мы снимаем, это уже вчерашний день, скажем так. Вся площадь будет вымощена гранитом. Здесь также появится торшерное освещение, лавочки, фонтан и велодорожка. Стоит такое преображение будет 73 миллиона рублей. Погулять в обновленном сквере и пройтись по гранитной площади ивановцы смогут уже в этом году. Работы на каждом из объектов планируют завершить осенью. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.